подписчики, вы на канале Кулинарка МВ. И сегодня мы вам хотим рассказать и показать, как приготовить карпа зеркального на углях. Для этого нам понадобится, соответственно, сам карп, соль, смесь приправ различных для рыбы, их можно приобрести в магазине, лимон, зелень для украшения. Для того, чтобы наш карп хорошо просолился, мы его сейчас возьмем и обильно очень натрем солью. И оставим на 12 минут, но не более. Потому что карп получится тогда сильно соленый. А так он пропитается солью. Соль потом мы смоем под проточной водой. Будем солить его и с внутренней части, с наружной. Солью будем использовать, как говорится, не будем жалеть. Приступим. Вот так вот втираем. Внутри хорошо просалываем. Переворачиваем и с другой стороны также прям обильно-обильно. Голову можно вовнутрь сюда засыпать. Ну вот, 12 минут прошли, больше нельзя ни на минуту ждать, потому что соль сильно впитается и рыба будет соленая. Сейчас мы ее обмоем, разделаем и приступим к дальнейшей мариновке. Ну вот мы карпа отмыли от соли, теперь сейчас возьмем и порежем на порционные кусочки, чтобы эти кусочки легли у нас на решетку барбекю. Отделяем голову. Голову также мы будем использовать для жарки. Здесь некоторые части надо дочистить. Дочищаем. Кусочки должны быть не маленькие, чтобы он не получился сухой. Хвост обрезаем. Отрезаем голову. И вот такие кусочки. Потом мы их еще разделим еще на две части. Теперь делим на такие вот кусочки. Скользкая.
Наша рыба порезана вот такими порционными кусочками. Теперь надо ее замариновать дальше. Солить мы ее не будем, так как ранее мы ее хорошо посолили. Для маринада будем использовать вот такую емкость, чтобы хорошо перемешать. Возьмем чуть-чуть смесь приправ для рыбы. Тут и горчица, перцы различные. Вот такой приправки. У нас это приправки продаются на верхнем рынке. Как-нибудь мы снимем обзор. Как мы ездили на рынок, покупали. Берем у одного человека. Также выдавим пол лимона. Да, я думаю, наверное, весь лимон. Косточки, ничего страшного, если попадутся. Потому что мы все равно будем укладывать. Ну и дадим часа полтора-два промариноваться. Для украшения будем использовать мы зелень. Также сейчас еще добавим паприки. Паприка даст и вкус, и цвет придаст. Все хорошо перемешиваем. Ну, еще раз повторюсь, что дадим 2 часа промариноваться, пока прогорит наш костер. Ну, цвет получается просто отличный.
Наше блюдо карп, жареный на углях, готово. Приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал.